Праздник настоящих героев, всех тех, кто спешит на выручку людям, оказавшимся в беде. Сегодня по всей стране чествуют спасателей. У нас Родина одна, мы страна, и если кто пришла беда, как всегда, без упрека и страха на стороже, вместе на острие, рядом на рубеже. В огонь и в воду сегодня свой профессиональный праздник отмечают спасатели всей страны. 2 миллиона спасенных жизней – так в цифрах выглядит работа МЧС России за 28 лет существования службы. Что касается Чувашии, то наши герои только за этот год спасли более 700 человек. Всех поздравляю с этим праздником. Желаю ветеранам долгих лет жизни и всегда хорошего настроения. Мы рады видеть вас в наших стенах. Рады, когда вы приходите к нам, делитесь опытом. Молодежи, с желанием принимать этот опыт. Ежегодно в этот праздник награждают лучших из лучших. Медали за безупречную службу, за содружество во имя спасения, за пропаганду спасательного дела получили многие сотрудники. Памятную медаль вручили и премьер-министру Ивану Моторину, как руководителю штаба гражданской обороны Чувашской республики. Старший пожарный Алексей Андреев в числе награжденных медалью за отвагу на пожаре. При тушении одного из горящих зданий в Новочебоксарске Алексей вместе с коллегами спасли около 30 человек. Да, очень рад, это моя первая награда за отвагу на пожаре. Работаю я с 2010 года, получается, после армии пришел сразу сюда. Работа мне очень нравится. Сам не ожидал, потому что сюда попаду, наверное, в детстве мечтал. Так, были детские мечты. Не думал никогда, что буду здесь работать. Совершенствование системы гражданской обороны республики и построение систем комплексной безопасности жизнедеятельности населения. Таковы планы управления МЧС по Чувашии на следующий год. Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика.